Итоги года Ассамблеи народа Казахстана подвели в столице. Заседание Государственной комиссии прошло под руководством госсекретаря Гульшары Абдыкаликовой. В своем выступлении она отметила, что цели, поставленные главой государства по проведению тематического года, в целом достигнуты. В их реализации были задействованы как государственные, так и международные площадки. Встречи проходили с зарубежными институтами гражданского общества, а также казахскими диаспорами за рубежом. Свыше 3000 человек награждены юбилейной медалью к 20-летию Ассамблеи и около 20 тысяч медалью к 20-летию Конституции. Достигнута цель года Ассамблеи – укрепление единства народа, казахстанской идентичности и консолидация вокруг политики мира согласия главы государства, ценности общенациональной патриотической идеи «Мангалик ел», а также цели стратегии «Казахстан-2050». Во-вторых, обеспечено вовлечение граждан страны, институтов гражданского общества, учреждения всех форм собственности, государственных органов к организации проведения года Ассамблеи народа Казахстана.